Так, всем привет, друзья, на связи Грим Оптимист, и мы сегодня с вами продолжаем проходить Сталкер Чистое Небо. Вот, я уже сегодня чуть получше себя чувствую, у меня получше дела с голосом обстоят, и я немножко наврал вам в предыдущей серии. Мы, конечно же, не в тему, но вспомнил. Перед тем, как с вами идти дальше по сюжету, мы с вами хорошенько прошастаем эту локацию. Кроме того, здесь можно найти винтореса, знаю, где он. Вот. Ну, это наш, кстати, винторез, так что, по сути, это даже не багаюс, это вернуть свое родное. Итак, значит, что нам нужно сделать? А, еще, да, я забыл сказать, я все-таки хочу, наверное, вот, со временем, наверное, приобрести вот этот вот костюмчик. Уж очень мне как-то, ну, или вот этот, я еще не решил. Наверное, вот этот. Вот хороший костюмчик, и как-то бы его прикупить, у меня пока денег не хватает, но, думаю, с учетом того, что мы с вами там найдем все эти ништяки, хватит. Естественно, на ночь глядя, я никуда не попрусь. Это самоубийство, поэтому я вот думаю, вот это чертово ружье может его убрать, чертовой матери. Хотя, с другой стороны, против мутантов хорошо идет вообще дробовик. Ну, давайте, наверное, оставим. У меня есть идея переделать автомат под патрон пистолетный. Потому что их много, их будет еще больше, а патроны 9 на 19 люгер, они более редкие. Запомни, хороший стрелок тот, у которого ствол вот, видите, да? Только по делу. Нет, не то это. Стильность, так, дача, вес, точность. Пока нельзя, кстати, переделать почему-то. Вроде как раньше было можно. Или я что-то путаю? Понятно. Ну ладно, тогда тем более, иначе не будем париться. Возьмем когда просто, друзья, и поспим. Своей халявной жизнью, спать до утра. Захотелось ему экстрим. Спать до утра. Затарился он, значит, самым навороченным броником. Волыну наикрутейшую купил. Все. Навешал на нее все. Кстати, холца так и не восстановилась. Так, ну что, значит, давайте посмотрим на карту. У нас есть куча всяких этих, как его, схронов, да, плюс вот тут вот где-то, я не помню, где конкретно, то ли здесь есть винторез. Ренегаты, кстати, еще живые. Черт бы их побрал. Ну, ладно, значит, давайте с вами тогда потихоньку подключимся. Так, сколько у нас, кстати? Тут вот есть одна проблема. У меня, видите, у меня уже инвентарь почти забит полностью. Есть ли у нас где-то ящик тут, в котором можно хранить барахло? Потому что мне вот часть барахла вообще нафиг сейчас не надо. А вот так оставлять как-то это... На пол скидывать я не хочу. Вот, ящики не работают эти. Кстати, вот что-то есть тут. Ага, вот, наверное, сюда можно, да, все сложить. Так, что нам не надо? Нам не надо, во-первых, столько патронов пистолетных сейчас. То есть их можно смело выложить. Я не буду их все выкладывать, но надо на пистолет на всякий случай оставить чуть-чуть. Хотя бы 200, я думаю, хватит. Прицел нам не нужен пока, патроны для калаша нам не нужны. Сейчас спальник оставим на всякий случай. Так, бинты, вся эта байда, все это надо. Дроби тоже много слишком. Столько не надо, это что такое? Пуля, пуля нам не нужна. Нам нужна только дробь. Я думаю, что 100 штук хватит. Вот, и вы видите, что у меня уже куча свободного места. Теперь можно спокойно идти уже за хабаром. У меня, наверное, первые выпуски были довольно унылые. Пивотик. Все-таки состояние у меня было довольно херовое. Так, секунду. Так, куда нам нужно? Привал на бревне. Так, ключевая. Ага, ну сюда у нас не отведет. Стоянка на болоте. Ладно, пускай, короче, на базу просто. Не знаю. А давайте до сгоревшего хутора. Я хочу все-таки с артефактами разобраться. Сейчас засейвимся только. Предварительно. Потому что там такое палево, друзья, что просто пипец. Так, стоп. Вот так, сохраняемся. Оп. Взяли.
Ах, не успел полечиться. Ну, теперь мы знаем, где лежит этот артефакт, так что я думаю, что в следующий раз мы его соберем. Надо артефакты находить, они здесь ценные и как бы нужны, без них херово. Конечно, я меня жестко, наверное, потреплют мои шмотки сейчас. Все, но что поделать? Бери, ты бери. Так, давайте быстренько полечимся. У меня аптек-то нету. Ай-яй-яй-яй. Так. Хаваем антирадин. Все, я живой. Я хочу кушать. Съедим там бандюэль этот или что. Так, давайте посмотрим, что за артефакт. Радиация плюс 2, ожог плюс 4. Ну, не сказал бы, что прямо необходимая вещь, но в крайнем случае всегда можно продать. Защита от ожога, в принципе, мне особо пока что не нужна. Все, больше артефактов здесь нет. Так, ну идти, знаете, с голой жопой сейчас как-то тоже. Там что-то перестрелки какие-то. Захватить подходы к тропам. Обезопасить тропы на кордон и... Ага, понятно. Это наше следующее здание, кстати. Но пока мы туда не пойдем... Правда, могут без нас, конечно, захватить, но что поделать. Так, давайте посмотрим, какие у нас тут схроны есть поблизости. Вот, пожалуйста, вот этот схрон. Ну, сюда мы тоже, конечно, заглянем, но пока вот этот. Тем более, нам по пути. Да, вот сюда потом надо будет заглянуть. По пути будем убивать ренегатов. Правда, блин, я не уверен, что я что-то смогу сделать с... Так, давайте выключим фонарь. Я не уверен, что я смогу что-то сделать с таким запасом здоровья. Это же вообще жопа. Давайте-ка, короче, вот так вот сделаем. Давай, иди сюда. Так, тут не по мне там херачит случайно. Уничтожить противника, руины деревни. О, это я удачно зашел, берем. Так, следующий у нас схрон. Ну тут как бы тоже, вот по идее бы надо сюда сходить, но... Наверное, я пока не буду сталкиваться с ренегатами. Сначала давайте разберемся, я все-таки, наверное, сбегаю на базу. Потому что что-то как-то мне без здоровья идти на войну и на этих ренегатов не хочется. Копыта тоже не валяются на дороге. Так, так, так. Сказал батрак. Так, идем, значит, ага, туда. Ну, давайте, пусть он нас доведет сейчас до... Тут они бесплатно водят, по-моему. Рыбацкий хутор, давай. Что? Ты что-то хотел? Потом будут водить за деньги, но пока тут бесплатно. По болоту. Да, нам туда. Это, конечно, палево, то еще. Так, 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 ага. Все-таки вот этот двухстволка против монстров, ну, против мутантов очень неплохо помогает. Так-то против людей она не очень, вы видели, что даже в упор не всегда сносит, а вот кабанов вообще идеально валят. Сталкеры тут отдыхают. Это хорошо. Пять бутылок водки. Классно. Стоило, блин, идти сюда ради этого. Так, ну, теперь что? Теперь нам вот так вот пройдем. Так, я приближу, чтобы видно было все.
Так, 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 так. Я все-таки на эту... Так, это вышка та... Нет, это другая вышка. Это та, на которой мы, друзья, тогда с вами выброс пережидали. Кстати, графика в чистом небе, по мне, самая красивая среди всех сталкеров. Ну, вот этот мод, который я поставил, он на графику, по-моему, вообще никак не влияет. Ой-ой-ой-ой, я залез. Ну, радиация для меня не так страшна сейчас, просто потому, что у меня... Это я зря сделал, друзья. Я сейчас зря это сделал. Я просто хочу туда сходить, вдруг там что-то есть. Так, давайте сохранимся. Так, тихо, друзья. Оп, и все, пипец, прилетели. Понятно. Вот, этот мод, он, по-моему, на графику вообще никак не влияет. То есть чисто геймплейные изменения. А мне как бы наплевать. Я, ну, мне, меня графика устраивает вполне в этой игре. Да вообще графика в играх не главное. Как вы знаете, я надеюсь, знаете. Попробуем. Вот так вот. Интересно, достанут ли меня здесь или нет. Смотрите-ка, друзья, не достают. Отлично. Все, справились. Так, а чё у них? Хвостов-то нету. Или что там, копыт? Вот у этого есть. Тоже нету. У этих, видимо, ничего нету, ребят. Блин, а печально, я думал, что все-таки что-то здесь будет. О, бутылка водки. И все. Там наверху ничего нету. Зря пришли, честно говоря. Ни этих, ни копыт толком не собрали, ничего вообще. Смысла ноль. Ну ладно. Вот я говорил, зачем нужен артефакт на радиацию, чтобы можно было вот такие вот броды делать. То есть теперь даже радиация, которая чуть-чуть накопилась у меня, она сейчас быстро выведется из организма. Видите, хоп, все. Не надо, то есть, принимать никакие, ни водку там бухать, ни жрать антирадины, само все быстро выводится. Конечно, от серьезных, ну, скажем так, доз. Я, кстати, вот сказал, что я не пойду на бандитов с голой жопой, а в итоге пошел все равно. Ну ладно. Ха, ну-ка. Это же артефакты, ё-моё. Хотя, может, да, есть артефакт. Только боюсь, что это плохо очень закончится. Но я сохранился, так что... Так, что-то как-то это... Только что был вроде. Понятно, химия... Я боюсь, туда нам рано еще идти. Ну давайте еще раз сохранимся, попробуем как-то. Да. Отличный был просто шаг с моей. Ну тут, видите, как бы отрава плюс еще эти смерчи, эти, как они там, карусели, да. Короче, сюда нужно соваться с полным запасом здоровья и. Не сейчас. Когда будет нормальная защита от этого, от отравы. От этой. Так что пока не будем.
Но мы запомним это место и туда обязательно вернемся чуть попозже. Так, давайте поставим автомат. Скоро будут эти ренегаты сраные. Там перестрелка идет. Конечно, блин, не нравится мне тут, как вот в этом моде эту гадюку сделали, да, она вообще нихера не помогает. С кем они там перестреливаются, интересно? Петя застрял, да что ж такое? Там нам нужно кого-то убить, потому что в этом случае нам дадут награду. Так, сохраняемся быстро. Так, положили. 4 человека осталось. Это реально. В голову. Так, попал. Черт. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, понятно. Какого черта ты не дохнешь, а? Так, блин, все плохо, друзья. Теперь даже ходить нормально не могу. Блин, да чего неживучие все-таки, а? Я надеюсь... Смотрите просто, какие они живучие, это пипец. Так, я надеюсь, у них есть аптека у кого-нибудь. Помог. Фух. Обязательно загляни к нам на базу. Тебя отблагодарят. Ага, отблагодарят. Потом догонят и еще отблагодарят. Так, антирадин берем. Патрон для пистолета берем. Это я, наверное, брать не буду. Как-то и так полно этого всего. Блин, друзья, я так много-то не прохожу. Так, бинты. Так, гадюку возьмем. Я боюсь, что они сейчас придут отбивать, а я даже бегать не могу. О, аптека. Фух. Ну, слава богу, а. Все, сохраняемся. Я знал, что у кого-нибудь из них будет аптека. Вот, это наш, кстати. Это тоже наше все. Так, ну тут... А, кстати, вы слышали, там был звучок, какой-то схрон. То есть я открыл. То есть где-то появился схрон новый. Вот он, кстати. Сейф в грязи. Ну, туда мы сходим. Вот тут, кстати, тоже база у них, у ленигатов. Туда, видимо, тоже придется сходить, я так понимаю. Так, ну теперь уже можно более-менее как-то это делать все. Так, посмотрим по карте. По-моему, я честно припоминаю, я не помню, то ли здесь этот винторез, то ли здесь. Но где-то он есть. Это наш винторез, который мы потеряли, когда нас еще, ну, во вступительной заставке выбросом накрыло. Так, они идут. Так, и плохо, что тут даже негде спрятаться. Так, давайте-ка отступим, а. К черту. Нападать первым не хочу. С неполным ХП. Так, я опять хапнул радиации, но ничего страшного. Мой артефакт, мой меня... Это, медузка, она меня спасает в таких ситуациях. Так,
как-то там идут вот. Похоже, кого-то забили. Так, понятно. Да блин, горку хватит твою. Меня опять зацепили. Так, давайте-ка мы с вами, друзья, винтик схаваем. Так, понятно. А, блин, тут куча радиации, я не заметил. А! Ой-ой-ой-ой-ой, я опять все... Так, придется, друзья, захавать эту штуку. Неприятная очень вещь. Все, вроде отбились. Сейчас меня шандарахнет отходником после нее. Ну, тут выхода не было, то есть, да, надо было. Хоть бы спасибо сказали. Оп, это отходняк был. Аптека, ну ничего, нормально. Аптека есть. Оп, так, этот нам не надо. Обрез они дешевые. Собирать их смысла нет особого. Так, тихо. Радиация нам больше не нужна. Там я столько, конечно, хапнул. Дозу очень большую. Там вон еще есть парочка этих ренегатов, но их там немного. По-моему. Ну, не так уж и мало, кстати. Черт. Так, у меня патронов-то нихера не осталось. Вот в чем проблема еще. На этих напали еще. Сейчас еще их там убьют все. Ну вообще приехали. Патронов нет вообще. Так, берем. Конечно, дробью херачить тоже. Хотя не так уж плохо, кстати. На такой дистанции вообще урона нет, по-моему, с дроби. Отлично. Так. Можно, конечно, гранату ему туда закинуть, но я что-то берегу гранаты. Видали, какой живучий падла? Жесть. Пипец. Ой-ой-ой-ой. Блин, ну я устал уже от тебя, друг. Ну неужели ты подох, а? Так, подбираем патроны.
Так, аптечка есть, хавка. Все хорошо, аптечка. По крайней мере, мы играем с вами в ноль. То есть, ну, находим аптечки, теряем аптечки. Тут вообще ничего нету. Похоже, наших-то там сейчас нагнули всех. Чего-то такое ощущение. Ничего тут нету. Так, нам нужно еще обшмонать все тела, кстати. Так, я что-то не помню. По-моему, я их шмонал. Нет, не шмонал. Так, ничего нету. Вообще, голяк полный. Так, сохраняемся. Так, я не помню, где правда вход. Так, тихо, радиация. Понятно. Невидимая стена. Это здорово. Оп, словил дозу. Так, давайте бутылочку водочки возьмем. На всякий случай. Так, значит, проход где-то дальше. Он где-то есть, я точно помню. Куча у нас этих, блин, и гадюк уже появилась. Так, это палево тут. Блин, опять придется бухнуть. Так, походу, друзья, придется обходить все это говно. То есть тут я не пройду. Это печально. Ладно, пройдем через тех ребят, попробуем им помочь. Заодно, да, раз уж так получилось. Так, это не выброс случайно, а? Просто гроза вроде. Там где-то... Вон этот последний остался. До свидания. Давайте, кстати, все разрядимся на всякий случай, чтобы... не перепутать. Так. Теперь надо вспомнить, как все-таки нам добыть свой винторез. Так, сохранюсь. Я реально очень смутно помню, где он. Я помню, что я его находил как-то. Но где он, я плохо помню. Но я думаю, вместе с вами, друзья, мы его найдем. Так, понятно. Туда нельзя, это я понял. Может быть, это вообще вот здесь, я точно не помню. Я уже бухой, я уже выпил 3 бутылки водки за последние полчаса. Как вы понимаете, для здоровья это не очень полезно. Так, здесь мы видим эти
аномалии. Так, и вот сейчас есть два варианта. Либо пытаться как-то что-то здесь вот посмотреть, либо идти туда. По-моему, это там все-таки. Ну, давайте так быстренько глянем. Еще раз сохранюсь, чтобы не просрать весь прогресс. Ой, ёб твою дивизию. Откуда здесь тушканы? Твою мать, а? Я чуть не обделался. Вот оно. Я нашел этот вход, чертов. Так. Да, мы пройти не можем. Ой, какая тут радиация, черт возьми. Я, по-моему, вообще не туда, друзья, пошел, такое ощущение. Блин, мы зашли с вами в такие места, по-моему, даже разработчики не знали, что сюда можно зайти. Это, по-моему, это не здесь, то есть это я второй какой-то вспомнил. Тут есть секрет, тут где-то есть пещера, насколько я помню. А может, здесь. Опасный уровень радиации, черт возьми. Тут надо загружаться. Все. Просто шаг влево и сразу хапнул смертельную дозу. Жесть. Ну, теперь-то мы знаем уже, как тут что. Так. Пойдем медленно. Чаще сохраняться. Так, это ясно. Снова сохранимся. Так, 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 так. Так, понятно. Так, я успел захавать, но... Да что такое-то, а? Блин, опять я хапнул. Пипец, тут просто... Да, что-то как-то тут... Там, наверное, есть все равно какая-то лазейка. Как... Я помню, что можно туда... Ну, я сам только что проходил, вы же видели, это реально. Это вполне реально, то есть никаких проблем. Я просто, во-первых, я не уверен, что винторез там. Во-вторых, я вообще не уверен, что он мне нужен. Попробуем сейчас пойти по воде. Сохраняемся. Прийти на помощь. Ага, самое время сейчас. Так, сохраняемся. Так, тут вроде мы нашли с вами безопасную дорогу. Понятно. Так, можно загружаться сразу же. Или это было в каком-то моде тоже эта пещера была, тут ее убрали. Я не помню, друзья, вообще.
Но я, по-моему, не играл в моды для чистого неба раньше. Чисто только в оригинал. То есть тут эти вот конструкции, они фонят жестко. Так, давайте приблизим, может, тут что-то рассмотреть удастся. Да ни хрена. Вот оно, да-да-да, пещера здесь, я ж помню. Так, сохраняемся. Здесь, наверное, мало кто бывал за все время. И ничего тут нету, вот что самое обидное. Блин, это реально обидно. А где винторез? Блин, я вообще, друзья, не помню. Где-то здесь ведь мы его обронили, я точно помню, что где-то здесь. Судя по ролику. Так, понятно. Я просто сейчас потыкаюсь. Нет, тут все, тут смерть дальше. Значит, не здесь. Ну, или я где-то пропустил его. Ну, давайте сейчас, еще пока пара минут есть, сбегаем к другому этому. Как она называется-то? Ну, к другому месту, где железная дорога есть. Я, конечно, могу сейчас открыть интернет, там, посмотреть, где он. Но как-то так неинтересно. Неспортивно, я бы даже сказал. Так. Ну-ка, вот. Ага. Я тут не уверен просто. Ага, все ясно. Мелкие, ну-ка, может что-то может есть в этих штуках, как его, ну, в тушканах? Не, у них что-то вообще ничего. Блин, обидно, конечно, друзья, что мы не нашли с вами этот интерес, но может быть он где-то здесь? Флешка. А, модификация бронекостюмов. Отлично. Так, а может быть он и здесь? Все может быть. Просто хотел посмотреть, вдруг там что-то валяется под этим. Вон эти твари там, ну, в смысле ренегаты. О, черт! Фух. Так, сохраняемся. Туда нам, друзья, точно не стоит с вами идти. Это что там? А, ну, типа, новый этот будет. Выход на площадь Перона там, что ли? А, понятно. Ну, туда, короче, соваться не стоит. Так, ну-ка, может, здесь какие-то эти артефакты есть? Нет, артефактов здесь нету.
Ладно, хоть... Хоть не фонят эти вагоны еще. Видимо, винторез, друзья, я все-таки просрал. Не помню, где он. Помню, что где-то здесь вроде как бы. То ли там, то ли здесь, где-то возле вагонов, а где конкретно не помню. Жалко, конечно. Что поделать. Значит, не судьба. Ага, вот это погибшие ученые, друзья, которых мы тогда провожали, помните? То есть где-то здесь он должен быть все-таки. Помните, да, мы с тремя учеными шли? Вот эти ученые. То есть все правильно, да, где-то здесь. Так, я пойду, короче, убью этих ренегатов, они меня бесят, то есть они как-то напрягают меня. Чтобы они не мешали поискам винтореза. Ой, я чуть не обделался. Выбежал такой. Ну тут надо гранаткой, конечно. Выбежал, там такая расстрельная команда такая просто стоит. Жесть. У меня есть как раз лимоночка. Так, сохранимся сейчас и закинем им гостинчик туда. Оп. Что-то вообще, по-моему, похер на всех. До свидания. Я тебе зайду сбоку сейчас. Блин, эти живучие сволочи в плащах. Ой-ой-ой-ой. Да где вы там? Не вижу никого. Не мандражой, пацаны. Обходим. Ушел. Один остался. Блин, вообще не вижу ничего. Да что такое, а? Эти бессмертные в плащах меня затрахали, честно говоря. Вообще с дробью, ни урон не идет по ним. Да что такое? Блин, опять надо загружаться. Попал по мне неудачно. Блин, почему граната не сработала, мне интересно. Это же лимонка. То есть оборонительная граната, она должна там всех разорвать в радиусе там, метров 100. Ну, 50 хотя бы. И еще так. Да что такое, а? Вообще никакого урона. Да, ну ладно, друзья. В общем, давайте на этом закончим. Я что-то устал, уже, честно говоря. В следующей серии убьем их всех. И все-таки, я думаю, винторез мы найдем. Там надо хорошенько полазить. И я думаю, что нормально все будет. Так что давайте, оставайтесь на канале. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы. Скоро увидимся, всем пока.